Schlimme Zitterin. Если говорить о современной футболке, я не думаю, много не изменилось в плане того, что Локомотив и любил, да, проводить эти быстрые атаки. Добрый вечер. Nun ist es für uns wichtig, gute Leistung zu bringen und zu punkten. Сейчас задача такая, показать хорошую игру, и очень важно взять сегодня очки, три очка. Тут снова пару-тройку дней понадобится на восстановление. Спасибо большое, желаю удачи. Vielen Dank und guten Rutsch. Dankeschön. Спасибо. Спасибо.
Федор Игорович. Спасибо за игру. Спасибо, Игорь. С победой. Спасибо. Все, давай. Быстрее, чем мы думали. Да, и вы переодеваетесь.